Данным заявлением, значит, наша семья просила принять на прием господина президента, так как 26.12.2017 было также написано заявление на имя господина президента. Проблема вот в чем. Значит, из-за конфликта по месту проживания, где мы проживаем, в здании Зеленского, 12.4.21, мы на первом этаже, на втором живет начальник охраны Ферикс Петров, с которым у нас конфликт с 2013 года. Вот чем закончилось, то есть вот как был избит я, делалась операция. В ходе судебных разбирательств у нас За Терекс Петроли Эста, да? Елей Мунтяну совкомолчан. Начальник охраны фирмы Терекс Петроли, который избил и ограбил меня в 2017 году. И полиция ботаника было сфабриковано уголовное дело еще в отношении меня по его ложному доносу. Это было доказано уже суду, потому что есть решение апелляционной палаты. Есть решение апелляционной палаты, где все три определения суда, которые мы предоставили, рассматривались в первой инстанции. По 287-й хулиганизм, по 187-й грабеж. Непонятно, почему прокуратура не рассмотрела 152-й, потому что он нанес умышленный вред человеку. Там была, есть выписка из больницы, есть больничный лист, который доказывает то, что человеку была нанесена травма. Тяжкие, мини-тяжкие. Вот у меня вот это прокуратура ботаники сделала, что это легкие телесные повреждения. А вот это? Вот это тоже легкие. Порезом, сломаны кости. Ребры. Так, подождите, там же должно быть заключение экспертизы. Не прокурор, ни никто не говорит. Прокурору лучше эксперты. Я думаю, что делается. Вот в моем случае, допустим, экспертиза делается вообще в мое отсутствие. Я предоставил прокурорам выписку из больницы, что мне делалась операция. Больничный лист, там написано травма. В больничном листе. Это стационар. И прокуратура берет, делает лживую экспертизу, где. Вот это все приравнивает к легким телесным повреждениям. Вот в связи с чем мы обратились на имя президента Республики. Потому что прячется, потому что, соскундит, полиция, прокуратура. Захотел этот начальник охраны дать ложный донос. Было открыто в отношении меня уголовное дело. Виня, о ком мы чиста обеснитесь? Мы хотим, чтобы нас принял на прием господин Игорь Николаевич Дадон. Потому что так как... Это уже заявление зарегистрировано. 05.07.2019. Я уже обратился на имя президента. Ну, хотя бы вам написали, есть письмо от него. А там они дали незначительно, они там пишут, что... Нет, отсюда есть. У меня нет. Ответили? Они ответили. Домный прокурор Лупаш вам примет. А, что стремится на прокуратуру? Да, а сейчас стремит на прокуратуру ботаника, прокуратура ботаника спонди тот. Шанказу ноту, шанказу батринула, спонди тот. Тут понимаете, в чем вопрос. Здесь было заведено уголовное дело в отношении этого начальника охраны. По 287, 187. В ходе рассмотрения суда первой инстанции, которое было рассмотрено судьей по уголовным делам, определение суда, которое вступило в законную силу, был доказан его лжесвидетельствами, потому что по его доносу в отношении меня было открыто уголовное дело по 152. Я не совершал этого преступления. Я в связи с этим я и обращался на имя президента. Покажи решение апелляционной палаты. У нас есть вот решение апелляционной. Да, судья пишет, что полиция сделала и что Лупашку сделала прокурор. По пунктам. Не давайте. Да, фінішку надо. Полус 3 пункти. Ще ще покут поліція, ще ще покут прокурор Лупашку. Криминалу есть либер. Потому что с истечением обстоятельств 2 ноября 2018 года было вынесено определение
судом ботаники, судья Бишель Евгений, судья по уголовным делам. На президенции Сентянова. Мы выиграли, суд, через два дня мы его отдали. Дела собственно прокурора, просто дома. Но я просто дома его. Здесь написано. Партия Сфатуцери, Министерство агрокультуры. Бесполезно. В отношении нашей семьи, вы являетесь советником президента, да? Нет. В отношении нашей семьи полиция, мы выезжали в город Тирасполь, это был 2017 год. Настолько полиция довела ситуацию, обстановку в этой семье, за 2016 год 6 протоколов, которые были сфабрикованы так, с воздуха. Мы ходили 2,5 года в судах, истратили время, нервы, здоровье, деньги. Все эти протоколы были аннулированы. Мало открыли уголовное дело, мало избили старого человека. А пусть что, что мы сейчас отрынули, должны ждать? Вот это заявление, которое мы обратились. Нет, 5-7 2000. Так надо сделать серый. Да. Я хочу больше, чтобы на первый клиент когда да, если можно. Да. Спасибо. Да. Спасибо вам. Да. Спасибо. Да. Да. Аудиенца în stradă, încă n-am mai văzut, până acum nu făceau. Până acum nu m-a lăsat nici trec gardul încolo. Олег. Олег, вот смотрите. 15.08.2019 было написано в Генеральной прокуратуре на имя господина Роба Думитру. Мной. По факту лживых экспертиз и по всех этих событий, которые у нас есть. Никто ничего не рассматривает, никто не принимает никакие меры. Я еще раз говорю, мы в 2017 году мы вынуждены с женой были ехать в Тирасполь, чтобы там просить помощь. Но мы не знали, куда мы поехали, потому что мы когда увидели, что там творится, мы уже перекрестили, что мы доехали обратно. Посмотрим, что скажет президентура.